Если брать оптово-отпускные цены, то здесь подорожание по ряду продуктов все-таки оно минимально. Это, ну, как я сказал, в отношении ярбройлера по тушке кур. Если брать мясо свинины, то у нас основной производитель – это Залесье. Там тоже рост цен по сравнению с 7 августом на настоящий момент. Он, так скажем, в пределах разумного. Вот сейчас несколько, может, более серьезно встает вопрос по молочной продукции. Вот. Но здесь, опять же, по ряду предприятий, не по всем. И здесь о сговоре, будем говорить, на данном товарном рынке речи не идет. Если сравнивать с ростом повышения цен, с изменением цен на продукты питания в Ярославской области, ЦФО, и в целом по России, это и по результатам нашего мониторинга на сегодняшний день, это по данным и Минпромторга, и Министерства сельского хозяйства. То есть не так значительное изменение цен в Ярославской области, как в России в целом и в ЦФО.